следующем каталоге у нас будет вот такой аромат Amber Elixir Mystery. Когда я его открыла, и я просто запищала, это вот, это тот аромат, это аромат года, цитрусовая ваниль, красная лилия и амбра. Это невероятно сексуальный. Для меня это просто роскошный аромат, это вот аромат начала года, и это мой аромат. Если я вам показывала эклат, нет. Вот это восточно-амбровый, мне нравятся такие яркие, теплые, согревающие, окутывающие ароматы. Засыпала я не могла, я наслаждалась этим ароматом, потому что вчера я наносила, я даже не знаю сколько раз, он реально очень стойкий, но у меня он, я раз, его нету, потом, да, чувство есть, есть. Вот помните Нина Ричи «Красное яблоко», вот чем-то отдаленно мне этот аромат напоминает. Также у нас в Oriflame был когда-то давным-давно под Новый год что-то такое, вот что-то такое карамель, вот не знаю, что это было. И вот у меня ассоциации почему-то такие, но это мой аромат, это мой аромат. Я очень рада. Вот, сама я аромаманьяк, и у меня, не знаю, надо все выложить флакончики свои, с учетом того, что еще я маме передарила или кому-то. Мне компания постоянно каждую новиночку дарит, но вот когда приходят свои вот эти ароматы, я сразу все так шик, все выкидываю и кладу на полочку, и, наверное, месяц пользуюсь только им. А потом уже там начинаю выбирать там новые ароматы. И опять же таки, под разную одежду, вот, например, такой фиолетовый, да, и это интерьер, это мое, понимаете, это мое все, вот, такое золотое, да, очень часто можно прям по флакону определить, какое это будет, да, если вот в эту гамму попадаете, это ваша гамма. Фемеры, они прорабатывают стиль, вот это моя цветовая гамма, в общем, все в этом аромате мое, вот, хочу, конечно же, ваше мнение, зашел ли вам этот аромат, думаю, да. И такой флакончик, такой роскошный. В общем, я влюбилась. Этот аромат для загадочной, чувственной и роскошной, и яркой женщины. Этот теплый, чувственный аромат надолго окутывает вас облаком страсти и роскоши. Насыщенные ноты амбры сливаются в единое целое с редкой нотой красной лилии, привнося в звучание утонченную женственность и глубину. Аромат открывается свежестью цитрусовых и мягкостью ванили, переходя в цветочное сердце красной лилии и завершая влекущим шлейфом амбры. Как вам такое описание? Влекущий, чувственный, женский аромат, роскошный, дорогой. Я не знаю, сколько прилагательных. Попробуйте хотя бы пробник этого аромата. И если вы знаете мои предпочтения, и у вас тоже сходятся вкусы, да, вот прям смело берите. Я думаю, что это будет также ваш аромат. Ищите этот аромат в следующем каталоге.